Город К – обычный маленький город, и люди в нем живут такие же, как везде. Но вот чего нет нигде – неутомимые руки защиты и ваш индивидуальный герой. У города К есть Праймон. А вот и активная часть населения. Знакомьтесь, миссис «Что, где, почем» знайки Оля Липунова и Маша Парфенова. И каждый день в городке происходят чудесные или вполне обычные истории. Вот краткое содержание предыдущей недели. Смотрите сегодня в программе «Прайм». Четвертая серия увлекательных путешествий по разноцветному торговому центру. Подальше от городской суеты и пыли. Новое местечко для отдыха и развлечений. Старую мебель в утиль. Мебельные находки для прихожей и кухни. Модный фильм, спектакль, автомобиль и место отдыха. Миллионы гоняются за модой. Маша и Оля ищут тренды и показывают всем. И вот что было писком на этой неделе. Серьезные мужчины недавно открыли сезон охоты, ну а мы, городские жители и любители ярких покупок, готовимся к летнему сезону. Наипервейшая покупка для каждой женщины к лету – это, конечно же, купальник. Сейчас Оля расскажет нам, что приготовили нам дизайнеры. Маша, в салоне нижнего белья уже позаботились о новой коллекции купальников. Здесь есть очень интересные экземпляры от известных европейских брендов. Итальянские купальники модного дизайна, ярких расцветок по приятным для покупателя ценам. Купальники швейцарской марки Triumph International на большие размеры чашек C, D и E. А также, уважаемые покупатели, обратите внимание, что на купальники коллекции прошлого года действуют скидки до 50%. Салон Triumph находится на втором этаже. Когда мне хочется чего-нибудь яркого, нового и необычного, я отправляюсь по магазинам. Точно так же поступает моя подруга Оля. Сейчас посмотрим, что она нашла. Маша, если ты хочешь найти платье необычного дизайна или необычного кроя, то тебе непременно в этот салон. Посмотри, здесь есть какие замечательные экземпляры. Basic – брендовый салон нового формата для женщин и мужчин. Опытные консультанты помогут вам создать свой образ, подобрать верхнюю одежду, платье с оригинальной отделкой, трикотаж, модную удобную обувь и аксессуары высокого качества и современного дизайна. Basic – путь к успеху. Салон одежды Basic находится на четвертом этаже. Очаровательные модели и самые яркие, свежие цвета. Салон, в котором сейчас находится Оля, я уже посетила и знаю, что там есть на что посмотреть. А как тебе, коллега? Маша, с удовольствием тебе сообщаю о свеженькой летней коллекции, которая появилась вот в этом салоне. Посмотри, какие можно здесь найти чудесные сарафаны. Это как раз твой размерчик. Главная фишка салона «Чируэль» – натуральные ткани и модная цветовая гамма. Здесь можно найти большое разнообразие одежды, чтобы составить для себя летний гардероб. Вы не только приобретаете одежду в салоне, но и можете выбрать ее нетривиальные комплекты из каталога. С этими нарядами можно быть в тренде и иметь в шкафу удобную современную одежду. Салон «Чируэль» находится на третьем этаже. Сегодня наша экипировка происходит по всем правилам. Сначала мы заглянули в отдел нижнего белья, потом в женскую одежду. Теперь осталось подобрать что-нибудь для прохладной погоды. Мы плавно перемещаемся, Маша, в салон верхней одежды. И сейчас самое актуальное – это плащи и ветровки. Вот, например, такой экземпляр с красивой отделкой. В салоне Olive Grey весенняя коллекция – легкие воздушные плащи и ветровки. Они не только предназначены для защиты, но и способны создать настроение. Женщины с тонким вкусом оценят по достоинству неординарные модели плащей и обязательно дополнят ими свой гардероб. Салон Olive Grey находится на третьем этаже. На разноцветных этажах торгового центра «Тайм» ваши покупки будут яркими. Торговый центр «Тайм» Воровского, 77А. Чтобы ваши гениальные мысли не потерялись, заведите ящик идей. И когда вам нужно будет почитать что-то умное, стоит только протянуть руку. Дизайнерская кухня – это несомненный признак хорошего вкуса. А кухня, созданная на заказ совместными усилиями дизайнера и заказчика, подчеркнет вкус своего владельца. Роскошь и респектабельность, благородство и аристократизм. Мне ничего лишнего, все сбалансировано и выверено. Дизайн и функциональность – это кухонная мебель, соблюдая тренд современного дизайна.
темный низ и светлый верх с использованием акрилового пластика, что придает ей особый блеск, яркость и глубокую выразительность. Минимализм здесь абсолютно обоснован с точки зрения практичности и удобства. Минималистичные кухни становятся все выдержанней. Дизайнеры выстраивают архитектуру кухни. Их творение – это легкость и практичность, простота форм, четкость линий, мягкость цветовых оттенков. Современная кухня все чаще становится частью объединенного пространства. Кухню-гостиную, оформленную в едином стиле, можно встретить и в наших квартирах. Визуальной границей между зонами кухни и гостиной обычно становится кухонный остров и барная стойка. Обеденная зона, как правило, выдерживается в тех же тонах и в том же стиле. Глянцевые ламинированные панели вы можете сделать любого цвета, от насыщенного цвета грейпфрута до белоснежного. Белая кухня – мебель вне времени. Она долго не выйдет из моды и станет прекрасным фоном для ярких акцентов и модного текстиля. Новинка в мебельном производстве – американский пластик Wilson Art. Его необычная текстура напоминает собой камень, тем самым придавая благородство интерьеру. Идеальное исполнение, радиальные фасады, традиционно качественное наполнение лучших немецких марок и необычный для кухни элемент – зеркало. Любой узор и форма удивят ваших гостей. Широкое применение получил как натуральный, так и искусственный камень. Из них выполнены столешницы и рабочие поверхности, как, к примеру, в этой модели. Также обратите внимание, казалось бы, на мелочи, но в них-то и соблюдается стиль. Кромка под золото и фасады, покрытые тисненной кожей – шикарный вариант. Минимализм легко поддается трансформации и дополняется новым наполнением. Недоступное ранее пространство под угловой мойкой одним движением превращается в рационально использованное место. Другая же кухонная тенденция – возвращение фамильных кухонь, массивных и немножко винтажных. Возобновление интереса к таким кухням легко объяснимо, а не уютным. Именно такие гостеприимные душевные кухни выбирают те, кто по-настоящему ценит домашний очаг. Мода на натуральные материалы или их качественную имитацию набирает силу, и эко-стиль становится все более актуальным. Каждая кухня «Этем-стиль» – это эксклюзив. Каждый проект создается в зависимости от ваших требований и пожеланий к функциональности, количеству аксессуаров и наполнения, расположению предметов. Поэтому комплектация кухонного гарнитура всегда индивидуальна. Создать совершенство и гармонию на вашей кухне помогут специалисты фирмы «М-стиль». В торгово-развлекательном комплексе «Фабрика» на Карла Маркса 75 и в фирменном салоне Новоросского 103. Для того, чтобы обновить интерьер дачи или дома, нужно всего несколько деталей. Корот для белья и прочих вещей. Плетеный. Здесь вы можете спрятать не только необходимые вам предметы, но и ваши сокровища. Подставка под цветы из ротанга украсит не только ваш дачный домик, но и наполнит квартиру уютом. Шторы из бамбука, дерева и ротанга можно разместить на окнах, а также в дверных проемах. И самое главное, они помогут зонировать помещение. Все эти приятные мелочи для дома и дачи вы можете найти в салоне «Белые облака» в торговом центре «Европейский» на третьем этаже. У каждого из нас осталось из детства что-то, в чем мы до сих пор не разобрались. А пора бы задать свой наивный вопрос и развеять завесу тайны. На этой неделе кировчан волновал один вопрос. Где можно за городом вкусно покушать и приятно провести время? В городе Кирове не осталось, наверное, ни одного заведения, в которое не ступала бы наша с тобой нога, Оля. И жажда новизны толкнула нас немножечко дальше. И сегодня мы нашли не менее достойное место и хотим вам об этом рассказать. В кафе «Фуршет» вам помогут предложить на выбор блюда европейской и итальянской кухни, изысканные десерты, а также разнообразные напитки и коктейли. В любом солидном заведении шеф-повар имеет свои коронные или фирменные блюда. К примеру, мне принесли блюдо, которое называется «Любовь корсара». Ну, а мне в меню приглянулось необычное блюдо – семга с цитрусовым соусом. Кстати, оно тоже фирменное. Маша, это изысканно и пикантно. Кроме традиционных блюд и напитков, здесь есть и коктейльная карта – алкогольная и безалкогольная. И вы прямо здесь можете попробовать вот такой свежеприготовленный коктейль «Sunrise». Большое преимущество этого уютного места в том, что здесь бесплатный вход. В просторном зале можно достойно провести банкет, выпускной, отпраздновать свадьбу или юбилей. Это будет дешевле, чем в городе. А сколько удовольствия вы получите? Гастрономическое впечатление от мастерства шеф-повара подкрепит живая музыка и дискотека. Зажигательные латиноамериканские танцы от титулованной пары стоят того, чтобы просто зайти и посмотреть на яркий танцевальный дуэт.
Кафе «Фуршет» работает с 12 до часу ночи с четверга по воскресенье. В день рождения предоставляется скидка в 10% на все меню. А также каждый день бизнес-меню от 100 рублей. Внимательные официанты и шеф-повар помогут вам получить удовольствие от приятно проведенного вечера и отвлечься от городской суеты. Заказать столик можно по телефону 31 88 25. Кроме всех прелестей, очень скоро здесь появится бар «Кальянная». Кафе «Фуршет», а также бар «Кальян» ждут вас в Крыловятске на улице Советской, 73. Конкурсы, викторины, состязания, лотереи. Наш конкурсный показ – наиболее точный способ учета количества оптимистов в городе К. Итак, леди и джентльмены, игра начинается. На прошлой неделе у конкурса «Ценный кадр» случился отпуск. Ну а на этой неделе мы продолжаем. И сегодня самые ценные кадры ищем в прихожих и выигрываем свою 10% скидку. Прихожая чаще всего самая маленькая комната в квартире, и поэтому создать изощренный интерьер в ней бывает сложно. Кроме того, существенная многофункциональная нагрузка усложняет задачу. В такой ситуации, чтобы не изобретать велосипед, количество мебели и декора стоит сделать минимальным. Вариант, который лежит на поверхности – найти многофункциональную и в то же время не громоздкую или даже малогабаритную стенку прихожую. Вот эта необычная прихожая в цвете латте вместит в себя вашу верхнюю одежду, головные уборы, а также обувь. Также прихожая чаще бывает самой темной комнатой. Чтобы решить эту проблему, к светлым стенам и потолку добавьте и мебель светлых древесных оттенков. Изюминкой станет узор или принт на фасадах. Современные производители предлагают множество вариаций для любого стиля. Малогабаритные прихожие превращают недостатки ваших комнат прихожих в их достоинства. К примеру, вот такой комплект может решить сразу две проблемы. Это проблема выступающих углов и низких потолков. В вашей прихожей просто появится ниша. Не стоит пытаться уместить в обычной городской прихожей все то, что под силу разместить разве что в просторном холле. Самые простые гарнитуры без шкафов с открытыми полками и вешалками для ограниченного пространства просто спасение. Не загромождает и не стесняет движений. Функциональные модули для обуви, одежды и мелочей тоже освобождают место в прихожей. На этой неделе ценным кадром стала тумба из коллекции для прихожей «Дуэт». Если вы видели ее цену, то звоните нам на голосовой ящик 340-319. Правильно ответив, вы получите скидку в 10% на любой предмет мебели. Множество вариантов для вашей квартиры вы найдете на улице Энергетиков, 38, недалеко от сити-центра и рядом с таможней, в салоне «Наша мебель». Расцветай! Торговым центром «Тайм». Новые коллекции. Весеннее настроение. Время меняться. Торговый центр «Тайм». Как доставить радость себе и близким? Достаточно окружить себя правильными вещами. Загляните в салон «Белые облака» и откройте мир красоты и благополучия. Здесь вы найдете оригинальные предметы интерьера, удивительные сувениры и подарки. Пусть каждый ваш день превратится в праздник. Искусство и материя, слитые в совершенном единстве. Мебель М-стиль. Воровского, 103.